На территории города Иваново введен особый режим. В связи с неблагоприятными погодными условиями до 1 апреля системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут работать в режиме повышенной готовности. Все видят, что у нас происходит за окном. И в первую очередь неблагоприятные погодные условия связаны с падением мобильных осадков, с сильным ветром. Поэтому для того, чтобы все силы и средства, которые имеются в распоряжении администрации городского округа, были приведены повышенной готовности, это и делается. Зона риска в первую очередь у нас идет как бы магистрали, въезды во дворы. То есть создается, конечно, сложность проезду специальной техники, пожарных автомобилей, бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время все силы администрации брошены на очистку центральных магистралей, на подъезды к лечебным учреждениям, к детским дошкольным учреждениям, к школам, чтобы ни в коем случае жизнедеятельность города она не нарушалась. В зависимости от прогноза синоптиков, через неделю режим повышенной готовности может быть снят или продлен. Но даже если снег перестанет идти, а температура воздуха начнет повышаться, как это и должно происходить весной, начнется паводок. Городские власти к нему также начали готовиться. Процентов на 25 больше вывезли снега, чем в прошлом году. Ну, сколько выпадет, столько и будем дальше возить. Сколько сможем, столько и вывезем. Значит, ну и технику, соответственно, готовим субподрядные организации, бочки по откачке воды, аппаратура, значит, насосы, которые будут нас качать воду, места проведения, там, где места подтопления, там, где возможны паводки, мы прекрасно их знаем, нанесены они на карту. Объемы, которые нужно будет отработать по талым водам, тоже всем известны. То есть я считаю, что город к паводку готов. Какие еще сюрпризы готовит нам небесная канцелярия, неизвестно. Но чиновники уверены, что природные аномалии не застанут врасплох. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.